Полицейские отделы МВД Ярцевские задержали мужчину 42 лет. Преступника взяли с поличным при попытке сбыть 12 грамм марихуаны. О месте и времени запланированной сделки оперативники знали заранее. На территории Смоленской области они проводили плановые, комплексные, оперативно-профилактические мероприятия. После задержания полицейские провели обыск в доме подозреваемого. В нескольких тайниках они нашли части растения, внешне схожего с коноплей. Экспертиза подтвердила подозрения сотрудников полиции. В итоге им удалось изъять почти 1,5 килограмма конопли и 154 грамма марихуаны. На мужчину завели сразу несколько уголовных дел. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время преступник находится под стражей и ждет вынесения окончательного приговора. Виолетта Ефименко, Светлана Разганова, Десна ТВ.